Сегодня будем делать очень легкую и очень интересную косичку. Выделяем прядь волос с теменной зоной и одеваем резиночку. Так, находим середину и такой поворот делаем вокруг себя. Так, уже красиво, но нам этого недостаточно. Берем, значит, с левой стороны прядь, небольшую, прямо с палец, с большой толщиной, и одеваем в эту дырочку. Берем с правой стороны и опять в эту дырочку. Себе помогаем двумя пальцами свободной руки, то есть взяли левой рукой прядь с левой стороны и отдаем указательному и среднему пальцу правой руки, и наоборот, взяли с правой стороны захватываем левой рукой. Очень легкая прическа, главное не сбиться с очередности, то слева, то справа, просто захватываем и смотрите, чтобы каждая следующая прядь была ниже, чем предыдущие пряди. То есть руку, пальцы засовываем вот прямо здесь, рядом с резиночкой. Можно еще пару раз. Так. И еще один раз. Все. Наша прическа готова. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, жмите на колокольчик. Пробуйте обязательно, у вас все получится. Удачи вам!